За что вас остановили? Нет, я хочу узнать. Мы вас сказали, за превышение скорости на населенном пункте. Пойдемте. Я могу же не имею права не выходить с машины, правильно? Вы имеете право, но мы не можем предоставить вам нарушение. Послушайте меня, вы послушаете или нет? Я слушаю вас. Мы не имеем, там сидит радар на 12 вольтов, понимаете? Это же не мои проблемы, правильно? Вы нарушили. Я нарушил, покажите мне, предоставьте мне. Как предоставить? У меня нет принтера, у меня радар, он сидит. Ну а я при чем тут? Вы... Я что, виноват в том, что у вас радар не можете выключить? Значит, у вас не соответствует ГОСТу радар. Правильно? Как не соответствует? Ну так, раз он не исправен, он не исправен. Как не исправен? Он так делал. Делан, он сидит на машине. Он сидит на 12 вольтов. Если я снимаю его с прикуривателя, он... Да, но вы должны же мне предоставить. Где я нарушил? Пожалуйста, предъявите документы, господин. Вы должны мне предоставить. Я еще раз вас... Вас группа сейчас фи форсат. Предоставьте документы. Я сообщу в это... Господин водитель, предоставьте документы. Я лучше сообщу это. Я вас еще раз объясняю. Если вы последний раз не предоставите документы, мы с силой вас вытащим из машины. Ну вы силой вытащите, хорошо. Вы имеете право удастить мне силой? Конечно. Предоставьте, пожалуйста, документы, господин водитель. Последний раз я вас спрашиваю. Вы будете предоставить документы или нет? А вы не будете говорить, что я нарушил? Да, вы нарушили режим скорости в населенном пункте. Открывайте мою машину, вы же не имеете права открывать машину. Это моя собственность, правильно? Здесь сидит полиция, и вы не хотите предоставить документы. Хорошо, будем опротестовывать ваши действия в суде. Да. Вот так. Пожалуйста, ваши права. Водительские права. Водительские права ваши. Уже два суда было выиграно, еще два выиграем. Один уже уволился. Это что? Ну, здесь документы. Дайте покажу, что вы так торопитесь. Не торопитесь, так я вам покажу. Ну, а там еще струк не набираете. Да, есть. Пересмотр. Есть. Страховка зеленая карта, винета. Есть, да. Зеленая карта. Есть зеленая карта, есть молдавская страховка. Дайте молдавскую. Отлично. Дайте, пожалуйста, ваши права. И права есть. Не надо открывать мою машину, не надо. Я вас предупреждал. Я вас три раза. И все. Докажите. У меня есть зафиксировано. Так, детсадок имеет. Ну, конечно. Творится ошибка из машины. Нет, пока вы не покажете мне, что я нарушил, я не буду. Если вы не хотите подойти, сядьте в машину. Я вам отправлю домой фотографию. Максим. И вопрос. Прекрасно понимали, что мы вам объясняли. Если хотите увидеть фотографию, подойдите к машине. Я вам еще раз говорю, я имею право не отходить. Если вы не хотите подойти к машине, вы не... Мы исправим, значит. Исправим, потому что подключен к энергии, к прикуртию. А у вас он должен быть вручной. Не, вручной. Вы должны предоставить, как в документах пишет, как в правилах пишет. Вы должны предоставить водителю. Подойдите. Ну а как подойти? Я не имею права идти к вашей машине. Не, садитесь, оставайтесь в машину. Ну а как это? Значит, у вас не исправен, если вы мне не можете показать. Обжалуйте протокол. Я обжалую это по-любому. Мы встретимся с вами. Встретимся еще. Все, мне это не... Всего хорошего.